Всем привет! И вы на канале Тудиен. И сегодня у нас обзорчик очередной снова. Летом начало выходить очень много всяких новинок и в сфере газировок, и в сфере чипсов, сухариков. Вот эту хуйню вечно несешь, прикольно. Да, для этого мы здесь собрались. Ну и что сегодня за новинка у тебя? Очередная новиночка Лейс. Вот у нас называется данная новиночка серия «Привет, вкусный привет другу». Это какая-то, видимо, у них акция проходит. Мы знаем. Как? Я не знаю. Black Lives Matter. Не смешно, блядь. Нет. Вот. Мы будем сегодня пробовать, да, вот это да, все? Да, вот эту линеечку. Как будет. Неожиданно опять что-то естественно, пробуем. Естественно, блядь, с тобой, да. А с кем же нахуй еще? А что хотел рассказать-то про нее? Хотел рассказать, вот, новинка. Вкусный привет, друг. Вот. Серега Жуков передает привет Клаве Коке. А я передаю привет Сане. В чем суть? Можно QR-код отсканировать. Да, какой-то отсканировать QR-код. Видимо, какая-то акция проходит на какие-то призы. Мы об этом не знаем. Мы будем разбирать именно вкус данных чипсов. А, нам до пизды вот. Вся акция. Мы даже не знаем точно, три их или нет. Но мы нашли в магазинах только три. Мы другие больше не видели. Вкусы. Я не нашел ничего. Я не нашел дело ничего. Дело не в твоей жизни не имеет отношения к данному ролику. Да, три вкуса нашли. Наверное, это все, ты нашел еще. Ну, по логике событий. Мы прошли по магазинам, не нашли, все. Да. Начинаем. Так, рифленые у нас действительно, оставляем их на потом. А, отлично, отличная ситуация, отличное решение, прекрасный да, выбор. Да, остается только у нас выбрать оранжевый или оранжевый зеленый. Оранжевый или зеленый? Зеленый цвет, мне он не нравится. Ну, давай его начнем с первого. Давай начнем с него. Давай. Что это такое? Кесадилья. Соусом сальса. Забыл с каким-то соусом, она с соусом сальса. Здесь прикольно, что нарисовано прям блюдо. Это красиво выглядит. Упаковки лайк. Упаковки лайк. Ей лайк. А вот ивлевой. А тебе серебряной той упаковкой. Ой. Дизлайк. Никак не забудем этот хот-дог. Было максимально неприятно. Уже, блядь, 3 месяца. Ну, кайфовый запах. Прям запах такой мексиканской кухни. Ну да. Сальса больше всего отдает. Да. И на вкус прям сальса. Да? Да. Ну, сальса это вкусно. Нормально. Ну, мне не очень нравится сальса, на самом деле. Не сам соус. Да ладно. Да. Нет. Есть можно, но не кайф. Вот кайф есть, это сырный кайф. Есть можно всего, даже червить. Спасибо. Ты нам БЖшник говорил. Нельзя только... Интересно, у вас у БЖшник был. Этих полосатых гусениц есть. Почему? Все остальное можно. А их почему нельзя? Не знаю, он не объяснял. Лев, вот, сука, гигант ебаный. Если знаете, почему нельзя есть полосатых гусениц, напишите полосатых, в комментариях. Полосатых. Ну и полосатых, знаете ли, может, тоже опасно, тоже расскажите, если знаете. Что могу сказать? Что можешь сказать? Это сальса. Да. Это прям сальса. На кесадилью я не знаю. Дай мне, блядь, еще попробовать, сука. Окей, не кричи, ну все, во-во-во, кушай чипсы, Денис, успокойся, расслабься. Да, все. Отдыхаем, чилим. Да все, я уже успокоился. Снимаем видосы. Сука, блядь. Ну это сальса, прям сальса. Да. Кесадильи вообще не ощущаешь. По шкале от 0 до сальса, это сальса. Ну реально, это прям соус. Ты как будто ешь прям соус вот взял и прям вот так только его не такой острый. Сальца, она не еще острый, обычно да. острая. А но это... он пряный. Пряный. Да. И прям томатный очень сильно. Очень томатный. Мне не нравится. Сильно. Я уважаю сальсу, мне нравится. А я не уважаю тебя. A few moments later. Сука, блядь! Отлично. Вот. Сальсу я тоже уважаю. Вкус офигительный сальсы. Вот. От кесадильи ничего нет. Ну, хотя, как бы, если ты кесадилью с сальсой жрешь, ты особо тоже сальса все перебьет. Ну, наверное. Да. Наверное. Вот. Поэтому за сальсу, ну, я поставлю 4, потому что я хороший вкус, 4. Но на любителя, вот так скажу. На любителя сальсы. Если вам нравится сальса, это прям охуенный да, вариант. Согласен. Вот. Так что 4, одобряем. Не прям идеал, но хорошо. Опа, и опять к нам залетает, кто это такие, кто это Клава Кока снова и Серега Жука. Со вкусом. Руки вверх. Забыл все треки «Руки вверх». Да. Ай-яй-яй. Девчонка, да-да-да-да. Не важно, какие слова, похуй. Так, курица терияки. Ну, это довольно классический вкус для всяких сухариков. О, прикольный запах, понюхай.
На теряки немного похоже, на какой-то еще курицы, как будто копченая гриль. Дает. Курица, да. Гриль обычная. Да. На вкус. Да. Прям кожа. Так, я гриль. Хотел о чем сказать, ты меня перебил. Да, ты да. меня сбил. Ты, блядь, попробуй. Да. Очень хорошо, что ты попробовал просто. Вот. Вкусы все достаточно на любителя. Типа сальсу, кто любит, но тоже не все. Терияки, по-моему, вообще вот тут еще меньше, мне кажется, людей любят терияки. Мне не очень тоже терияки. Вкус распространенный. Да, как твоя жопа. Ну слушай, на вкус оно лучше, чем на запах. На вкус терияки есть, на запах нету. Я сейчас скажу кое-что. Давай. В детстве, короче, была эта картошка русская, воздушная вот эта херня, да, такая, да, да. С курицей. Да. Один в один, блядь, вкус, по-моему, очень похож. Вкус? Ага. Не сказал. Запах, наверное, да. Вкус похож еще на ту, по-моему. Похож, но тут кислинка есть, вот эта терияки именно, как соус. Слушай, уже соевый. Это 5. Если мы то 4, я поставил, это 5, это вкусно. Я не знаю, насколько это терияки. Но это терияки настоящий, он слишком такой резкий вкус у него, такой прям насыщенный. Кислый. Да. А тут он такой... Не нежный, я не знаю, такой. Ну, облегченный, облегченный. Какой-то, да. Пока. Ну слушай, я. И очень чувствуется курочка. Курочка очень чувствуется, да. Да. Прикольно, мне нравится. Мне тоже. Но не настолько, чтобы прям 5 ставить. Ну, если мы то. Ты тогда сальси 3, а это. Ну, мне сальса зашла больше. Я 5 не поставил, но сальса была хуже. Да? Да. Но я все-таки 4 ставлю. Четверки. Мы ставим всем 4 на одну. Нет, ты 5. Других оценок нет. Поставить. Нет, я ставлю сальсу 3. Вот так вот. Правила меняются. Жизнь идет, время течет. Нет, я их наравне поставлю. Да всем насрать. Разные по вкусу, но они примерно одинаковые. Блять, разные качества, потому что там кисатили, а тут курица терияки, блять, разные они нахуй. Но потому что там сальса, по своему ощущению вкуса они примерно одинаковые. Так что вкус неплохой. У БАДа очень приятный вкус. Ну, конечно же, БАД безалкогольный, ребята. Нет, какого алкоголя? Употребляем алкоголь. По праздник. И очень мало. По рюмашке чисто за здоровье. Терияки. Терияки. Хорошо. Терияки. Лайт. 4. Так. И слезы. Блядь, да сука, что ж ты за мразь-то такая? Успокойся нахуй. Ну, это обидно было. Я считаю, надо быть добрее к людям. А я считаю, тебе пора покинуть нахуй. Вот. Тоже верно. Последний, долгожданный вкус, рифленый. Не последний, а крайний. Ой. Ароматный соус карри. Вот. Есть два типа людей, кому нравится карри, кому нет. Мне не нравится. В данный момент тут оба типа людей присутствуют, поэтому кажется все очевидно. По сути, три вкуса, три соуса, которые я не очень сильно люблю. Я их типа могу съесть, но мне они не очень нравятся. Но запах прикольно. Не сказать, что прям карри. Ну, карри. Ну, это... Легкий такой. Помнишь, мы пили колу с устричными? Да, похож да. Запах, очень похож запах. Ну, тут более сильная карри, но тоже с нотками вот просто восточные. Ну, тут не одно специи. Карри, не одно. Что-то одно, но, блядь, написано, нахуй, чё, ароматный соус карри, значит, да оно одно, блядь. Нахуй, что написано. Сучара, на запах, ты, блядь, потная, нахуй. На запах-то не только карри. Да почему ты так делаешь всегда? Немного, кстати, похоже на пикантную горчичку, да. И запах. И какие-то еще зелень похожи немножко, как будто во вкусе. Не похоже. Смотри, тут блюдо нарисовано. Это похоже на вот это блюдо. Это похоже на курицу. С какими-то зелеными травами. Не с какими. Блюдо. Там нарисована курица, ну, курица в карри и с зеленью. Вот на вкус то же самое. Вот прям то же самое. Не просто карри, а еще с чем-то, какой-то зеленью. Ну, типа, я не знаю. Что сказать тут? Ну это карри, похоже, да. Ну это прикольно. Насколько это вкусно? Вкусно. Да хер его знает. Как ты говорил в каком-то ролике, типа их много не сожрешь. Вот их много не сожрешь. По-моему. Много их не сожрешь. Они да. Кислые слишком. Прям но кисловатые. Они очень прям насыщенные на вкус и бьют. Ну, хотя и карри ты много не сожрешь, соус. Да. Да, такой. Ну, совпадение, вот... кстати, вот вся линейка совпала хорошо, прям похоже. Да. Ну я не знаю, что этому даже тройку, наверное, поставлю. Четверку, да? Ну, может, нет, четверку. Ты поставь тройку, я 4.5 поставлю, немножко не дотягиваю. Мы сегодня лояльны, четверка, да. Ну, я не знаю, типа, на любителя карри, видимо, я просто не люблю особо им. Ну, да. Чего тебе не хватило? Расскажи, как твой вкусовый рецептор. Не испытали орган? Нет. Нет? Очень вкусно, но чуть-чуть не хватило чего-то. Вот еще... Чего-то конкретно говорить. Если бы карри с чем-то еще было... С чем? Не знаю. Ты заебал говорить непонятно, скажи четко. С чем ты ходишь видеть карри? Не знаю, с какими-то еще... А что тогда доебался, травами, если не знаешь, зеленью. Блядь?
Ты либо четко говори, либо не доебывайся, блядь. Я просто рассказываю свое мнение, что-то доебался. Ты доебался, Кари, с чем-то, блядь, с чем нахуй, с грейпфрутом, блядь. Нет, было бы хуёво. Ну вот, тогда нужна конкретика. С чем-то, что сочетается. А что сочетается с карри, кроме курицы? Ну чего ты, я просто говорю, что чего-то вкуса этому не хватает. Чуть-чуть не дотягивает, до пятерки. Все, 4.5, все. 4.5, что, ебан? Да, 4.5. Много. А, в общем, спасибо Сереге Жукову за его трек. Спасибо за это. И вот за это тоже, да. Клаве Коке, я не знаю, надо говорить спасибо за... Ну ты столько писал в личку. Я писал не только ей. Ну ей тоже. А что не написать? Я бы Сереге, Сереге сразу написал. Вдруг он ответит. Так вот, а про вкус эти можно сказать что? В двух словах. Коротенько, быстренько, сейчас мы об этом вам все расскажем. Итак, кесадилья и карри, идеальные попадания в соус сальса и соус карри. Соус карри, прям попадание прекрасное. Стиряки достаточно насыщенно, достаточно вкусно, но вкусно особенно тому, кто любит карри или сальсу. Мне это не очень сильно нравится. Поэтому это просто неплохо. Терияки я тоже не очень сильно люблю. Я хоть правильно, блядь, показываю правильно. Терияки я тоже не очень сильно люблю. Но вот из всей тройки этих чипсов мне больше понравились терияки. Да. Вот, да. Там на вкус терияки, мне кажется, в жизни он более резкий, более такой прям кислый, не знаю, какой-то. Ну, резкий у него вкус. А тут он такой сделанный нежный, приятный лайк. Ну, все равно вся линейкая лайк. Но это самый большой. Ну, не знаю, нет, мне карри вот больше всех. Ну, блядь, не знаешь, и все, иди нахуй. Все, короче, спасибо за просмотр, всем пока. Короче, я выбираю на первом месте, чтобы было у нас карри. Вот, мне больше всего понравилось. Потому что более насыщенный вкус из всех них сразу бьет по рецепторам. Ой, и... Как бьет? Апперкот? Вот как, нахуй, блядь. Давай, ударь нормально, блядь. Че ты ударил? Ударь нормально, блядь. Хочу, что ты ударил, блядь, нормально. Да. На втором месте сальса. Сука, челюсть. Куда съехала? Потому что тоже довольно приятный вкус, который не надоедает. Его можно съесть довольно много. Вот. Такой он более повседневный, можно сказать. Типа взял и не обломался. Ну, я вот. Не сказал. Да мне похуй, я сейчас говорю. Ты уже все сказал, что хотел. И на третьем месте у нас... Тебе понравилось больше всего карри? Или сальса? Ты мне понравилось карри. На втором месте сальса. Карри на первом? Блин. Да, карри на первом, сальса на втором, терияки на третьем. Прикольная линейка, да, советую вам попробовать. Да, но лучше классики ничего нет. Это понятно, это понятно. Ну, это достойно. Это лучше, чем предыдущие новинки с Евлеевой. Да, там, кстати, хуйня была. Да. Много. А эти прям насыщенные, вкусные, хорошие. Вам советую. Нам тогда, по-моему, один вкус еще зашел, а тут все три, ну... Они на любителя многие, да. В принципе, ну нормально, можно, так они пряненькие, прикольные, они яркие зато, яркие. О, яркая подходит. Они прям яркие, да, да. Сочные, наверное, такие прям вкусы. Под этот лимит подходит ярко, да. И узнаваются сразу, прям узнаваются. Узнаваются. Узнаваются сразу. Не узнаются, нет, узнаваются. Они так узнаваются. Люблю все узнавать. Узнаваться, люблю узнаваться. Люблю все узнать. Ну так вот, типа, я дал. Это ж не секрет. Думаю, я это скрываю. Ребятки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписываемся на каналчик. Да, щелкаем на все видосы, которые всплывают у вас сейчас в конце ролика. Что-то где-то всплывет. Да. Как ты в проруби. Понял, да? Понял, аллегорию, что ты говно. Говни. До новых встреч. Все, пока.